А если мне, ребята, еще выпадут пару раз кредиты? Легендарочка, ребят! Легендарочка выпала! Легендарочка! Хорош! Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай! Ну что, друзья, всем привет! С вами как Снорубзи! И добро пожаловать на новую серию Путь Стар Бравл Старси! И я сразу вас предупреждаю, сегодня будет легендарная серия, потому что, ребята, в магазине у всех игроков появилось 8 бесплатных призов Стар. И, кстати, ребята, не забудьте в комментариях написать, что вам сегодня здесь с них выпало. Ребята, это еще не все. У меня сегодня докачается 50 уровень Бравл Пасса, а это означает еще 25 призов Стар, включая один легендарных. Ну и 3 приза Стар ежедневных. Итого получается 36 призов Стар сегодня я открою на этом аккаунте. И у меня к вам вопросик. Ребята, в комментариях напишите, выпадет ли мне с 36 призов, включая один легендарный, хотя бы один бравлер. А может быть и не выпадет. Посмотрим в конце видео, кто же из вас оказался прав, потому что для меня это максимально интересно. И еще, ребята, секундочку. В магазине сегодня куча крутых акций. И, конечно же, ребята, вот этот безумно крутой скин называется Эль Кватербек, ребята. Я его обязательно куплю себе на основном аккаунте, потому что там на этом аккаунте я не трачу деньги на скины. Это, ну, расточительство. На основном, ребята, я 100% куплю себе этот скинчик. И если вам нужны гемасики, чтобы купить этот скинчик, либо другие какие-то акции, или Бравл Пасс, или Бравл Пасс Плюс, вы не можете сейчас донатить Бравл Старсе, но, ребята, для этого специально создан мой сервис Робзи Шоп по ссылочке в описании, где вы можете донатить гемасики, Бравл Пассы, все акции, все максимально выгодно. Нажимаете купить. Каталог Бравл Старс. Выбираете гемасики, Бравл Пасс или акцию. Вводите данные, и вам донатят это на аккаунт. Все быстро, выгодно и надежно. Тысячи моих подписчиков уже, ребята, там покупают. Ну что, я думаю, пора нам с вами сегодня забирать подарочки. Нам нужно просто сейчас забрать подарок. Второй подарок дня мы тоже с вами обязаны забрать. И сыграть хотя бы одну каточку сейчас для того, чтобы апнуть себе, ребята, 50 уровень Бравл Пасса. Естественно, это лучше делать там, где больше всего квеста. Одиночная ШД, причем бойца можно взять. А давайте возьмем с вами кота, почему бы и нет. Просто возьмем себе котика, потому что в прошлой серии я его себе получил, ребята. Это, кстати, третье лего на аккаунте Путстар. Третий легендарный бравлер, ребята. Не знаю, что разработчики сделали с Бравл Старсом, но он сейчас меня очень и очень сильно радует, потому что, ну, играть стало намного проще. Играть стало намного проще, интереснее и легче. Просто в разы. Просто посмотрите, что этот кот вытворяет. Я уже, кстати, победил одного. Быстрая атака. Блин, мне нравится. Я обожаю этого котика. Сейчас мы, конечно, выиграем быстро каточки. Причем можно, в принципе, даже 8 каточек максимально быстро закончить. Собрать сразу 8 призов Стар. Собрать все квесты. Собрать все награды. И пойти просто открыть все призы Стар. И мы с вами убедимся, кто же все-таки из нас был сегодня прям красавчиком. Так, не попал. Попал, ладно, пофиг. У нас уже 10 банок, пипец. Просто 10-баночный кот ходит и всех раскидывает. Так, винвизики побежал. А где еще пару, ребят? А, вот, все, я нашел. Здравствуй, Сэнди. Здравствуй, Сэнди. Раз, два и прыжочек. 4600. Ну, ребят, блин, каточки максимально быстрые. Смотрите, сейчас мы что делаем? Мы с вами забираем победку. Мы с вами забираем победку. И получаем первый приз Стар на сегодня. Или слушайте, а если мы сразу сделаем 8 побед и заберем сразу все призы? Вот это будет лучше всего. Ну что, друзья, это у нас 8-я, естественно, победа. И барабанная дробь. Начинается самое интересное, то, что вы ждали. Первые 3 приза Стар, это ежедневные, которые мы с вами сейчас открывать начинаем. Посмотрим, что мне выпадет. Я очень надеюсь, что прям что-то вкусненькое, сверхредкое. 3 приза Стар открыто, кубки нафармлены, забираем очки силы. 50 уровень Бравл Пасса у нас прокачан, но не больше. Мы с вами еще и забираем здесь скинчик новенький на нашего котика, ребята. Это будет кит-боксер.
Ой-ой-ой, золотой дракон. Ребята, новый титул у меня теперь будет просто золотой дракон. Естественно, на котике мы берем себе кит-боксера. Титул мы себе меняем на... У меня теперь два титула, пускай будет золотой дракон. И я теперь стал золотым драконом. Ну и, конечно же, кстати, любимый боец у меня теперь не Мортис. Какой нафиг Мортис? У меня Кошара, любимый боец, у меня появился. Ну а теперь начинается самое интересное. Мы сейчас заходим, забираем вот этих 8 бесплатных призов Стар. Просто подряд начинаем открывать. Интересно, что выпадет? Выпадет ли сегодня Лего? Выпадет ли мне сегодня Бравлер? Я очень сильно об этом надеюсь. Так, ребята, пока что мы начинаем разминаться. Разминаемся, начинаем открывать. Вот эти призы Стар, опа, эпический. Они очень сильно похожи на ящики, как они были до этого. 100 кредит, давай! Слушайте, а если мне, ребята, еще выпадут пару раз кредиты? Легендарочка, ребят! Легендарочка выпала, легендарочка, хорош! Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Да ладно, скин на Спайка? Сакура Спайк, что? Спасибо. Я очень доволен. А можно мне еще легендарочку? Подожди. Мы выбили легендарную, легендарный пристав. Пристарно выпала Сакура Спайк. Такое тоже меня устраивает. Конечно, не Бравлер, но тоже неплохо. Так, дальше пошли у нас опять редкие. Ничего такого сверхъестественного. Этих призов Стар у нас будет сейчас много. Еще впереди большое открытие, и на сегодня мы открыли. Напомним, что завтра у нас 888 монет, потом 8 гемов, потом удвоитель опыта и еще легендарный приз Стар. Просто сойти с ума. Так, давайте мы вот эту штуку, наверное, заберем. Очки силы мне никогда лишними не помешают. Так, давайте 905 закинем сюда. Я хочу посмотреть, что у меня по бойцам. 32 сейчас бойца, 3 леги, и у нас появился скин на Спайка. Это Сакура Спайк. Но пускай пока у нас будет Кошара. Кстати, заметили, у нас новая музыка, новое оформление. Все красиво, интересно, вообще прям офигенно. Бой с боссом скоро будет. Так, ну а теперь начинается самая жара. Мы с вами начинаем открывать... Вот эти, ребята, призы Стар, которые напротив Бравл Пасса. Итак, друзья, погнали. Начинаем открытие. Блин, я очень надеюсь, одна лего у нас сегодня была. Один легендарный приз Стар нас выпал. Бравлер не дропнулся. Обидно, досадно. Но, как говорится, ладно. Так, эпический. Монетки. Ладно, пускай будут монетки. Мне нужно, чтобы выпадали сейчас эпики, мифики и, конечно же, леги. Я надеюсь, что сегодня еще одна хотя бы будет лего в любом случае. Не та, что в конце, а обычная лего. Она мне тоже нужна. 13 уровень, ребята. Я копил эти, ребята, призы Стар с начала самого Бравл По... Давай! Ну! Ну! А, ладно. Мифик тоже неплохо. Пожалуйста, пожалуйста. Гаджет на Нито. Медведь Ниты получают... Неплохо. Гаджеты мне нужны. На этом аккаунте у меня гаджетов крайне мало. Ну-ка. Ну-ка, давай. Очки силы. Ладно, очки силы нам тоже нужны. Но, не, на этом аккаунте вообще все нужно. Все, что только можно и не нужно. Редкий. 21 уровень. Давай, ну еще эпик. Мифик. Лего. Должно выпасть. Должно что-то сегодня мне еще повезти. Ну, хотя бы одного бравлера мы должны с вами дропнуть. Ну, прям... Давай, давай. Что у нас? Ага, это у нас Эль Примыч. Это у нас иконочка на Эль Прима, точнее эмодзик, монетки. Ну, кредиты выпадут. Кредиты должны выпасть тоже сегодня. Ну, только побольше, пожалуйста. Можно побольше? Мне на Грома нужно побольше кредитов. Не 10 кредитов. Мне хотя бы соточки 2 сейчас закиньте туда. Я себе Грома хотя бы сегодня получу. 33 уровень. Так, Надежда, как говорится, убирает последний. На финалочку у нас все еще висит там кое-что интересненькое. Вы знаете, там легендарный приз висит в конце. И он по-любому что-то вкусное нам даст сегодня. Так, давайте, 39 уровень. Еще больше. Какие нафиг блинги? Блинги мне сейчас не интересны. Блинги это скины. За блинги бравлеров не купишь. А мне нужны бравлеры. Мне нужна прокачка на этом аккаунте. Кстати, блинги я не могу здесь собирать, потому что у меня их так ограниченное количество. Так. Блин, я не знаю. Мы выбили мифик, легу, несколько эпиков, и у нас просто везение закончилось. Давай. Везение должно вернуться в мою копилочку. 47 уровень. Ой, только не говорите, что у меня остался последний. Серьезно? Так, подожди. Блинги. Да, у меня последний последняя лего остается, ребята. Что у нас по квестам? Да и квестов настолько нету. Тут на пока выиграть пару раз нужно и все. Блин, серьезно? Кстати, у нас здесь на 5500.
Опять 500 у нас скоро. Еще будет пристар. Потом у нас будут кредиты здесь по-любому. Ну что, ребят, у нас остается последний на сегодня, но не по значимости, приз. Это легендарный пристар. Второй за сегодня. Один у нас был рандомный, второй у нас специально легендарный. И что же мне с него выпадет? Ребята, барабанная дробь. Я очень надеюсь, что это будет, ребята, бравлер. Пожалуйста. Ну? Да ладно! Все-таки выпал бравлер, ребята. Это Перл. Эпический боец. 10-й эпик. Все-таки, вопреки всем ожиданиям. Да, вопреки всем ожиданиям, мы выбили бравлера. Кто в начале серии писал, что выпадет бравлер? Ребята, вы оказались правы. Вы оказались правы. Бравлера я все-таки сегодня выбил. И это Перл. Это Перл, которого я сразу апаю, ребята. Давай, давай. На шестую, может быть, даже на седьмую силу. Пускай гаджеты уже дропаются на Перл. Блин. Вот это офигенно. И вы писали, чтобы я взял Перл, когда мы сами дошли вот здесь. На 25 уровне в игре разблокирую Перл. Я взял кредиты. Благодаря кредитам я взял себе спайка. Но, ребята, теперь мы с вами получили еще и Перл. 33 бойца. Просто сойти с ума, ребята. Все это нужно будет прокачивать. Дальше апать кубасики. Нет, ну все. Просто последний приз спас эту серию, ребята. Получилось отлично. Мы с вами открыли 36 призов стар. Две леги и выпал бравлер. Я думаю, что на этом можно и закончить эту серию. Тем более, ребята, завтра у нас будут еще монеты. Завтра еще будут всякие призы. Скинщики все вот эти, которые вы сейчас видите, они продаются у меня в магазине. RobZShop по ссылочке в описании. Можете покупать там гемасики, бравл пассы. Все со скидочками, все быстро, выгодно, надежно. В общем, ребят, спасибо за поддержку. Лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи. Покедова.